друзья! Сегодня мы решили снять блог про цены на органическую еду в Лос-Анджелесе. И мы зашли в Whole Foods Market. Вот, собственно, мы здесь. И сегодня мы наберем корзиночку для чего? Мы хотим сделать суп из шпината, курицу. А, не курицу. Цезарь. А, суп из шпината и салат Цезарь. И для этого вот мы набираем все эти продукты и попутно еще возьмем пару вещей для себя и расскажем вам про цены на органические продукты. Сейчас вот гуляем с Алиной. Алин, привет. И вот тут встретили такое мыло, которое локально производит кто-то и продает вот так. Смотрите, как красиво. Плесневый хлеб. Мне тоже так показалось. Нет, это что-то такое интересное. Это чесночный хлеб. Вот самый простой, 10 баксов. Интересно? Да, с авокадо, рис и нори. А ну вон есть еще другие простые. Рыба сырая, поэтому мы это не берем. Мы только смотрим. Нет, это аппетитно, но, увы. А вот и все. Еще есть пиццу. Там Whole Foods, не помню, что это пицца, но классно. Какая сумма примерно? Похоже на, знаешь, что в Сочи у нас есть, да? Uh-huh. Похоже на Сочи. Какие-то вам креветочные такие, как их назвать, палочки. Uh-huh. Рыба на гриле. Вот, а сейчас мы будем искать хлеб, то есть сухари для нашего цезаря. Белый хлеб нам нужен. Нужен белый хлеб или багет? Это? Он там. А это что у нас? Это тоже что-то локально делают. Фалафель. Что-то локально делает такая. Это фалафель. Я смотрела. Это что-то петрянское. Понятно. Я честно не знаю. Я только слышал. Ильгиз, привет. Веган. Это без глютена. Макароны и сыр. Лепот. Алина, ей нужен кефир. Почему? Потому что вот он есть. Ваши документы. Усы и хвост мои документы, да? Усы и хвост мои документы. Где? Вот это да. $82. Сейчас посмотрим, что у нас здесь. На эти $83 есть. Кефир. Мне купил. По вкусу будешь пробовать? Я уже попробовала. Я уже попробовала. Написано, потрясите хорошо перед тем, как это. Что за акцент? Хорошо. Ты в горлышко будешь? Я тоже. Хорошо. Как тебе ощущение? Кефир, да. Разница есть? Обычный кефир. А для меня была разница. Этот более нежнее такой, более, у нас более гуще, и этот с кислинкой такой небольшой. Не показалось тебе? Ну, нет, он отличается, может быть, но в целом кефир. Uh-huh. Это багет для у нас цезаря мы будем делать. Пойдем дальше.
помидорчики, органическая. Это у нас петрушка. Ты можешь по сумме примерно говорить, что сколько? Я не знаю. Ага. Это помню, 2 доллара. $1.99. Что? Шпинат. 2 доллара? Да, $1.99 он был. Я помню. Парадизан. Ну, это то, что нету. Ой, покажи. То, чего сейчас нету в России. Это моя любовь. Вот именно вот этот. Он вообще крутой. Именно в Whole Foods он очень крутой. Я его пробовала как-то. Прям бомба. Врач не такой. Мне вот это нравится именно. Вот. И это санкционка. В России сейчас нет врага на данного сыра. Перец. Болгарский. Там, не помню, доллар, наверное, да? А, не да. Помню. А цена? А, цена доллар или... Этот кусочек 6,80. Да, 6,80. Но это небольшой кусочек, на самом деле. Чесночок сколько? $1.99 за паунд. Всего. Да, 90%. Ну, доллар, по сути, вот за 2-3 головки доллар. Да, еще налоги. Это у нас для Цезаря. Угу. Листья салата. Так. Вот она, коровья радость, сметана. Оливковое масло, сколько оно? 6,99. Это у нас заправка для цезаря, соус для цезаря. Пятерка, да? Шестерка. Creamy Caesar dressing for the night. Да, пятерка. Ага, пятерка. А, 99 фунтов за паунд. Где-то чуть больше доллара, да. Это у нас сливки. Угу. Для... На одного супа, да? Нет, да, но это останется еще для шпинатов, да. Вот тут heavy whipping cream, а есть half and half. Half and half. Половина, половина тоже нормально. Авокадо сколько? $1.75. Что-то такое, да. Почти $2. Бекон. Какой он? Смолт. Копченый. Копченый бекон. Прошлые воспоминания о беконе у меня не очень были. Но этот вроде как органик. Надеюсь, что у меня не будет крапивницы. По поводу активированного угля, это я себе знаю, потому что у меня аллергия началась пищевая. А то подумают. И гвоздь нашей программы. Вот 80. Все, что ли? Серьезно? Вот а второй пакет тоже? Да. А третий пустой, да? Третий пустой. Ага, ну все. Что-то мало выглядит так, на самом деле. Серьезно, в пакетах было больше.